и парочку бедра. И немножко вот утиных этих. Сердечек, да. Это не день сурка, хотя у многих сегодня чувство дежавю к субботней нагрузке. Продавцам прибавляется еще и предновогодняя суета. Гул в торговых центрах, как на 31-е. Полные тележки и большое стремление повторить новогодний размах. Как Новый год встретишь, так его и проживешь. Соответственно, старый Новый год не хуже, чем как и Новый год, и на 31 декабря. Грибочки. Видите, все у нас здесь вот такое. К праздничному столу вы абсолютно верно отметили. Видите, какие у нас тут это? Ну вот, самое главное, конечно, это мандарин. Куда же без мандаринов Новый год-то? Мандарины к 13 января снова начинают создавать праздничное настроение. Казанцы второй раз пытаются задобрить собаку. Мясо в лидерах продаж. Правда, уже не в больших объемах, а чтобы погурманить. Берут мясо на косточке для того, чтобы это было красиво подано на стол. Не для того, чтобы трескать, да, вот как мы ели на Новый год. На Новый год мы продавали от души. А берем какой-то маленький, необыкновенный изыск, чтобы было просто вкусно. Но перед праздничным ужином лучше нагулять аппетит, чтобы не только стол, но и настроение было на высоте. Поднимать новогоднее настроение, наверное, даже поморозиться лучше до 10 часов вечера. Дальше городок уже будет закрыт. Ну а мы на работе. Поэтому поднимаем себе новогоднее настроение уже сейчас. Поехали! Тех, кто накричался и нагулялся, к праздничному столу ждут и рестораны. Антураж тот же. Атмосфера новогодняя, держится, елочка у нас украшена. Ждем гостей. Старый Новый год 2018-го совпал с выходным, поэтому в ресторанах практически все столики заказаны. 13 января – это шанс повторить 31-е, но уже в другом составе. Новый год, как правило, отмечают в кругу близких, в кругу семьи, то обычно старый Новый год приходит в ресторан с друзьями, с коллегами. Какой бы компании ни было, казанцы готовы еще раз проводить 2017 и уже окончательно встретить год собаки. Как ты будешь встречать Новый год? Да хоть как. Поздравлять, вспоминать, как до этого, в это же время, давно-давно встречали Новый год. С наступающим! Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ. Казань.